Украина подверглась массированной воздушной атаке со стороны РФ. Удары нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры по всей стране. Пострадали 15 областей. Россия применила более сотни ракет различных типов и около 100 шахедов, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Не менее 5 человек погибли, раненых десятки. Тем временем в российских Энгельсе и Саратове украинские дроны врезались в многоэтажки. Пострадали несколько человек.